начинается пятиконечной звездой. Это тоже символ ушедшей эпохи. Сегодня ее можно считать музейным экспонатом. Музей был создан во второй половине 19 века членами Уральского общества любителей естествознания. Сегодня в коллекции музея более полумиллиона экспонатов. Все они хранятся в семи зданиях. В музее выставлен макет дорожного цеха Екатеринбургского завода 18 века. На нем чертует знаменитый плакет. Открывали и закрывали устройства, механизмы, изготовленные на первом Екатеринбургском металлургическом заводе. Из экспортируемого уральского железа изготавливались английские станки, кровля британского парламента и собора Нотр-Дам-де-Пари. Уральскую сталь использовали при строительстве Эйфелевой башни. Медь при возведении статуи свободы в Нью-Йорке. Слава Тимоху принес и только же металлургический завод. Содержащихся. 18-19 века 80% монет изготавливались. Она рассказывает о самой таинственной странице истории Урала. Шекерскому идолу 9500 лет. Ничего подобного в мире не существует. Кто бы мог подумать, что в 7-19 веке были целые легендарные горы, следовательно,